За недолгое время перемирия, которое, проигнорировав Минские соглашения, нарушили украинские войска, силовики ЛНР смогли отремонтировать брошенную противником и отбитую у него технику. Еще недавно она стояла в ангаре ремонтного завода ополченцев. Здесь пушки разного калибра, бронетехника и даже вертолет. Была восстановлена, что возможно было, и она сейчас находится на момент на боевых позициях. Идут непосредственно боевые действия. Только вы сами слышали, как работали грады. Люди, которые ее же ремонтировали, взяли вместо ключей и молотков автоматы и пошли вперед. События последних дней, когда украинские каратели только усилили обстрелы населенных пунктов ЛНР, подтвердили правильность принятых командирами подразделений Минобороны Луганской Народной Республики решений. Закреплялись позиции, не терялось времени, потому что доверия к словам украинского вермахта у нас нет. Вот это все мы прекрасно понимали, и мы, соответственно, уже предпринимали действия о том, чтобы восстанавливать, ремонтировать и запускать в бой бронетехнику. Усилен контроль на всех дорогах Луганской Народной Республики. Блокпосты укреплены. Здесь делают все возможное, чтобы не допустить проникновения на территорию ЛНР диверсионно-разведывательных групп украинских карателей. Каждый человек проверяется документ. Бывает, что подклейка фотографий. Некоторые люди передавали, что данный человек передает информацию на ту сторону. Мы не собираемся сдавать свое оружие, как бы будем защищать свою землю. Я здесь родился, живу. Атака украинских силовиков в районе Бахмутовки, предпринятая в нарушении всех договоренностей о перемирии, успешно отбита. Уничтожены два попытавшихся прорваться в сторону Луганска танка. Вооруженные силы ЛНР просто вынуждены отвечать на обстрелы со стороны киевских карателей. Все возможности для защиты жителей молодой республики у подразделений Министерства обороны ЛНР есть. Алексей Баранов, Юрий Марченко и Никита Корунов. Вести, Луганская Народная Республика.